Всем привет, дорогие друзья! С вами Скорпион, ну или же Давид. В общем, сегодня у нас Smart Talk Complex Mobile. И все мы знаем, что нам разработчики добавили в игру сюрприз, о котором они не сказали. И именно это был режим с боссами. Новый режим, да, в обновлении 1.18. Битва с боссами. На данный момент боссом у нас является Рептилия. И этого босса, то есть этот режим, можно открыть через режим заданий. То есть, вот, смотрите, бой с боссом, классический Рептилия. К нему перейдем попозже. Как открыть этот режим? Заходим в режим заданий. И здесь мы должны проходить задание. Вот, появляется тут башня, да? Ну, это попозже. И вот, сейчас покажу, где она. Блин, почему-то эта валюта пока месть пропала. Ну, в общем, здесь вы в правом верхнем углу видите полоску, которая заполнена на 100%. И от ней немножко слева виден глаз рептилий. В общем, когда у вас будет 0% или хотя бы 3% этих глазиков рептилий, то знайте, что эту валюту нужно копить. И дается она не всегда. Вам нужно выбирать персонажей по статистики своей успешности. Давайте я примерно вам покажу, как это все работает и как можно получить эту валюту. Вот, смотрите, бонус плюс 30%. Выбирайте именно таких персонажей, которые дают бонус к башне, чтобы с вероятностью 100% получить эти глаза рептилий. Вот, потому что если вы выберете какого-то персонажа, который не дает никакого бонуса вашей башне в режиме задания, то тогда шанс получения этой валюты, глаза рептилии, очень мал. Я понял, как это работает, и вот, успешно я завершил задание рептилии, собрал 100% эти глаза его. И теперь я могу с ним сразиться. Что ж, приступаем к самому режиму. Бой с боссом. Так, призвать. И вот та самая арена. Это была немножко пасхалочка к этому режиму на стриме у разработчиков, как, ну, ихняя превьюшка. Что ж, призвать. Ты нашел меня, теперь прояви себя в бой. После получения этого рептилий вас ждет сюрприз. Очень большой сюрприз. Сейчас вы увидите, что это будет за сюрприз такой, за подарок. В общем, да-да-да, это не карта. Это ни в коем случае не его карта. Вы не получите алмазного персонажа, да. Много спойлеров, много всяких намеков на то, что, ну, вы понимаете, в общем, о чем я, да? Что будет, если победить этого босса? Я выбрал самую сильную команду, чтобы было очень просто его победить. Вот она, арена. Смотрите, даже эффекты. Круто. Офигеть. Блин, тихо. Тихо. Жесть. Чё он такой сложный-то, я не понимаю. Жесть. Это просто минус. Это минус. Блин, как это назвать, ребят? Это минус Рейден, в общем. Так, проводим второй спецприём по рептилии. Отлично, он не поставил блок. Он не поставил блок, замечательно. Сейчас нужно будет быстро выбрать Шалкана. Так. Блин, вот его пассивка, он отравляет. Обидно. Ну что поделать. Блин, круто арена сделана. Жалко, что она не добавлена вот в основном в игру. Она как бы есть в игре, но она добавлена только в этом режиме битвы с рептилией. Вот. Хотелось бы, чтобы эта арена имела сбойных фракций. Блин, офигеть у него дамаг. Я по нему тоже наношу большой урон довольно-таки, но он все равно неплохо так дамажит. Ну на что я хотел, это же всего-то босс. Блин, круто. Вообще красиво смотрится арена. Что? Жесть. Что это за дамаг? По нему даже иногда не проходит дамаг, я заметил. Так, копи быстро на второй спецприем.
Я не хочу проиграть. Кстати, я запишу отдельный видеоролик о том, что будет, если проиграть Тиви. Я запишу об этом видеоролик. Так, есть, мы его победили. И вот, смотрите, ребята. Наша награда. Все. Сейчас будет наша награда. Мы ее увидим. И просто офигеем от этого. Так, ну быстрее загружайся, игра. Я уже хочу увидеть свой подарок. Быстрее. Разработчики приготовили что-то просто невероятное. Пам! Видите, ребят, вот. Он рептилия классический. Алмазный персонаж. У нас в игре теперь два алмазных персонажа. Точнее, не в игре. Не в игре, извиняюсь. У меня просто язык немножко заплетается. Блин, столько радости, столько эмоций. Их просто не передать. Это круто. У нас в новом обновлении два алмазных персонажа. Это Джакс классический и Рептилия классический. Это же два просто классических перса. Это круто, ребят. В общем, смотрите, вот, переходим в коллекцию, мне это не верится. Моя новая алмазная карта. Я обещаю, что я этого рептилию докачаю до full level. Я не знаю, как там со слиянием... Но до 60 уровня я его точно попробую докачать. Или хотя бы до 50. До 50 левела я его, думаю, точно прокачаю. Обалдеть, вот он. Вот он, красавец. Давайте прокачаем. Нет, это мы сделаем уже в следующей серии. Отдельно я запишу видеоролик о том, как мы будем играть за рептилию. Вообще круто. Еще один классический персонаж. Имеется у нас в мобильной версии Mortal Kombat. Нет, это было ожидаемо. Все мы знали, что рано или поздно нам добавят рептилию. Но никто не думал, что этот рептилия классически будет в алмазном ранге. Я рассчитывал на это, я знал. Я знал, что рептилию классического добавят, как алмазного персонажа. Но я не понимал, когда это случится. И в каком обновлении он у нас появится. Ну вот, вот, пожалуйста, на трехлетие игры нам такой крутой подарок разработчики сделали. В общем, всем спасибо. У меня на этом все. Кому понравился видеоролик, поставьте огромный палец вверх. Подпишитесь на канал, а также нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои редкие, но бывалые стримы, а также крутые видеоролики. Всем пока!